40 дней после своего воскресения Христос пребывал с учениками. Поэтому и сегодня мы празднуем Пасху в течение почти полутора месяцев до Дня Вознесения Господня. Особенно торжественна первая неделя после Пасхи – это Светлая Седмица. О том, как она проходит в Латвии, далее в сюжете. В дни Светлой Седмицы митрополит Рижский и вся Латвия Александр в сослужении всего рижско-градского духовенства совершил пасхальную Великую Вечернюю в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова. Многочисленные верующие собрались в главном кафедральном соборе Латвийской Православной Церкви, дабы разделить со своим архипастырем радость воскресения Христова. По представлению митрополита Рижского и всея Латвии Александра, святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом за усердные труды во славу Святой Латвийской Православной Церкви к празднику Святой Пасхи удостоились церковных наград многие клирики Латвийской Православной Церкви. Христос воскрес! Целый пост и страстная. И чем ближе приближаемся к Пасхе, тем мы начинаем скучать, желать услышать эти удивительные краткие слова. Наша душа понимает, привыкает с детства слышать это. И мы все ждем, когда же, помним в детстве ждали, когда же запоют Христа, вот когда скорее бы запели Христа. И как бы тогда такая радость, как бы непонятно, но радость, которая дает нам какой-то свет, мир, надежду, любовь. Как бы все становится светлым, светлым, прекрасным, ясным и добрым. Будем любить Господа, приходить чаще в церковь, чтобы нам жить спокойнее, чистой жизнью. Спасибо всех, Христос. Из алтаря была вынесена лампада с благодатным огнем из Иерусалима, и все верующие смогли возжечь свои свечи от благодатного огня.